Да, да. Аллах, я обвиняю вас. Араба деврилде. Здравствуйте. На крупнейший турецкий город Стамбул обрушилась стихия. Масштаб бедствий можно оценить по видеороликам от местных жителей, которые заполонили соцсети. Проливной дождь, который вызвал наводнение, начался во вторник, 5 сентября, и основательно затопил улицы и дома. Власти сообщают о двух погибших. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Более всего от стихии пострадали районы Арнаут-Кёй и Башак-Шехир, где на некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить сильными потоками. Властям города пришлось закрыть несколько станций метро. Затоплена городская больница Сакура. В районе Башак-Шехир группа людей оказалась заблокирована в местной библиотеке. Их вовремя эвакуировали и доставили в здание районной администрации. На стоянке самолетов аэропорта Стамбула в результате удара молнии пострадали двое рабочих, которые были быстро доставлены в больницу. А губернатор города сообщил, что в Башак-Шехире один человек погиб. Его смыло мощным потоком воды. Губернатор рекомендовал жителям быть внимательными и не выезжать на дороги на автотранспорте. Чуть позже стало известно и о второй жертве в районе затопленного коворкинга. В поисковых работах задействованы сотни людей, вертолеты и спецтехника. Власти Стамбула сообщили, что выпало около 125 литров осадков на квадратный метр. И также отметили, что те, кто живет в домах, пострадавших из-за наводнения, будут размещены в общественных зданиях. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на канал. Также не забывайте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. А от себя хотел бы добавить: берегите себя и своих близких. До новых встреч!